Праздник труда. Сегодня Беларусь отмечает 1 мая. День международной солидарности трудящихся празднуют почти в 150 странах мира. Он имеет более чем вековую историю и по сей день не теряет актуальности. Торжества по традиции проходят во всех регионах страны. Но особый размах, конечно, в столице. С самого утра многотысячные колонны с флагами и транспарантами шествовали вдоль проспекта Победителей. Официальная часть возложения цветов у стелы «Минск. Город-герой». Дань памяти тем, кто освободил Беларусь и своим трудом восстанавливал города из руин. Несмотря на выходной, на ежегодную маевку в Парке Победы собрались более 10 тысяч человек. Основным инициатором торжеств выступила Федерация профсоюзов Беларуси. И хотя требование 8-часового рабочего дня Беларуси давно не актуально, остается немало других вопросов, которые волнуют трудящихся. Безусловно, мы сегодня говорим о том, что необходимо усилить защиту человека труда, что сегодня мы требуем, чтобы доходы населения были адекватны с расходами населения. Это те основополагающие вопросы, с которыми работают профсоюзы. 1 мая – это тот праздник, когда мы подводим итог работы профсоюзов. Торжественный митинг плавно перетек в народное гуляние. Они продолжаются и сейчас. Для многих белорусов этот дополнительный выходной не только повод вспомнить историю праздника, но и прекрасная возможность провести время с семьей на природе.